Всем-всем большой привет! С вами канал Котика Фокс. И сегодня мы снимаем влог, как мы играем в Аватарию. Ну что ж, поехали! И это наш обычный день в Аватарии, точнее влог, как мы играем в Аватарию. Да, Ева? Да. Кристина иногда ночует у меня, а я у нее. Да, мы... Это моя комната. Ну как ее? Это комната для гостей, которую вы сейчас видите. Она будет в моей квартире. Ну да, да, да. Находится в ее квартире. А также, друзья, хочу вас порадовать, мне уже целых 10 лет. Да-да, 10. Окей. Прохожу в кафе. Находим ее и идем. Вот наше кафе, где мы кушаем. Даже не знаю, какой выбрать. Выберу-ка я вот этот вот столик. Вот этот. Мистер Пропер. Чего желаете? Я желаю, мистер Пропер, помой за меня полы. Хорошо. Мистер Пропер. Па-пам. Так. Понятно. Что? Фиг тебе, я тут не работаю вообще-то в кафе. Это вы тут вообще-то уборщица. Если бы не забыли. Ого-го, магазин одежды, не ожидала. Да-да, это тоже интересно. Да, я пройду, приодедусь, а то мне даже приодеться нигде нельзя. Ой, спасибо вам огромное. А есть где сесть? Где сесть? Есть? Дайте мне сесть! Класс! Голая весь магазин. Пройдем. Все пройдем. Переодеваемся. Так, нужно бы этот момент вырезать. Так, я, пожалуй, выхожу. Опа. Я хочу купить... Так, я, пожалуй, хочу вот это вот все купить. 5 баксов. Всего лишь 5? Держите. Даю. Так, все, несу я это несу в пакете. Это что, Ромтур по своему дому, что ли? Нет, Ладно, ну давайте, правда, куда-нибудь давайте пойдем, к какому-нибудь месту. Что? Что ты там хотела, а? На YouTube это выкладывать вообще не стыдно вам. Все, нужно уходить из этого дома, маньяка какого-то. Прятаться надо немедленно. Вот сюда уйдем, спрячемся от маньяка. Шутка была. Я, конечно, не такая. Скоро будет обновление, скоро будет зима. Ни хрена не будет. Да мне кажется, ни хрена не будет. Раз на Хэллоуин не украсили, значит, и тут не украсят. Ну, давай, найди меня. Ну, вообще уже, ладно. Это я тебя найду. Так, надо бы переодеться, а то как бы уже холодно.
хорошая одежда. Давай пройдем, только в салон красоты там нет хорошей одежды. В магазине одежды есть хорошая одежда. Вот фотография же есть. Точно. Оп. Идем. Вот какая отличная одежда, которую вполне можно купить. Так, перебираю. О, здравствуйте, а вы кто? Вы кто? Я вот тут покупатель! Угу. Ух ты, какая она красивая. Вверх-то вообще прям класс. Все, я беру этот зонтик. Он такой классный, как никак дожди льют. Ну, правда, у нас уже снег выпал, но... Забудем, как будто сейчас осень. В аватарии, ну, нет же зимы. Значит, осень. Все отлично. Покупаю зонтик. Купила. Нет, не купила. Эх, кого бы сфотографировать, если это, конечно, возможно. Добавлю себя и какого-нибудь. Где бы сфотографируемся кому с Новым годом. Добавлю другой. Другой добавить. Вот тебя добавлю. Ну давай, добавляйся все, молодец. Йо-хо-хо, вот игричку, что-нибудь добавим. Вот сюда. Так вот, я сделал фотографию и фотографируем. Конечно, поделиться. Вот, вот так красиво у нас получилось. Не знаю, как вам, но мне нравится. Сохраню, пожалуй, ее. Ну, на этом было все. Следующая часть. 2 лайка. Всем пока-пока. С вами были Котика Фокс. С вами были Котика Фокс и...